Вася, но вопрос по поводу Георгия Джики. Сегодня он продлил контракт. Как это влияет на его психологическое состояние? Как вы оцените это? Должны спросить это у него. Io penso che sia contento di aver prolungato il contratto con lo Spartak. Я думаю, что он доволен, что он продлил контракт с Спартаком. E quindi penso che farà ancora di più il suo dovere. Я думаю, что он еще будет, что будет еще лучше выполнять свой долг. Perché deve dimostrare di meritarlo. Он должен доказать, что он это заслуживает. Вопрос такой: Спартак классно сыграл в Краснодаре, но впереди у команды сразу несколько важнейших игр: Зенит, ЦСКА и Ливерпуль, Марибор. На ваш взгляд, хватит ли команде вот такого? Prima c'è Maribor. Перед этими матчами нам предстоит сыграть с Марибором. И то, что нас сейчас волнует, это именно этот матч. А о других матчах мы подумаем потом. Конкретно по Марибору в таком случае, сможет ли Спартак показать столь же яркий атакующий футбол? Хватит ли сил и эмоций после Краснодара? У меня нет хрустального шара волшебного, где я могу посмотреть, что будет в будущем. La nostra intenzione è quella, è quella di fare la partita, come abbiamo sempre fatto. Естественно, наше намерение сыграть хороший матч. Sappiamo e so che non sarà una partita semplice. Я знаю, что это будет нелегкий матч. Perché il Maribor, anche se ha perso con Liverpool e Siviglia, gioca un buon calcio. Потому что Марибор, несмотря на поражение с Ливерпулем и Севильей, он играет хороший футбол. L'abbiamo visto l'andata, quindi. Мы видели это в первом матче. Non è una partita semplice, come potrebbe sembrare per qualcuno di voi. Как бы вам ни казалось, для нас это будет нелегкий матч. Сардар Масимов, пожелание удачи завтра. И вопрос такой: в этой Лиге чемпионов еще Спартак ни разу не уходил с поля без пропущенного мяча. Есть ли сверхзадача отыграть на ноль и является ли это важным ключом к успеху завтра? Defensore. Защитник, пожалуйста, спрашивайте. Wenn man unsere Gegner anschaut, dann. Конечно, нам важно будет сыграть завтра на ноль. Это наша цель, наше намерение. Когда мы оцениваем силу соперников, мы понимаем, что это всегда непросто. И непросто будет и завтра, но мы играем дома, играем с Марибором в групповом этапе Лиги Чемпионов. И, конечно, мы должны, как защитники, так и вся остальная команда, стремиться сохранить свои ворота в неприкосновенности. Добрый день, Настин Кирилл, «Спорт день за днем». Масимо, в матче с Краснодаром один тайм сыграл Роман Зубнин после травмы. Готов ли он сыграть с первых минут с Марибором? И каково состояние Александра Самедова? Зубнин pronto a giocare dal primo minuto. Да, Зубнин готов играть с первой минуты. Poi non so se ha tutti 90 minuti nelle gambe. Не могу сейчас уверенно сказать, что у него все 90 минут в ногах. Però è disponibile per giocare. Но безусловно он готов играть с первой минуты. Самедов col gruppo. Самедов тренируется в группе. Он восстановился. Quindi anche lui potrebbe essere disponibile. Поэтому он тоже будет в строю. Самедов в общей группе, правильно? Самедов, без ограничений. Sì, da oggi dentro col gruppo, lavorato a parte fino a ieri. Да, с сегодняшнего дня он в группе, работал по индивидуальной программе до вчерашнего дня. Ha fatto tutti gli elementi che doveva fare, ha fatto dei test, quindi è pronto per giocare. Прошел восстановительную программу, прошел все тесты, которые нужно было пройти, и он готов играть. Anche lui non avrà 90 minuti, però è disponibile per giocare la partita. Безусловно, и он не имеет 90 минут в ногах на сегодняшний день, но он готов играть. И вопрос по трем игрокам, которые были заменены в Краснодаре. Будут ли они сегодня заниматься перед игрой в общем? Penso che quello più da valutare meglio è Ещенко. Я думаю, что на кого стоит больше обратить внимание, это Ещенко в данный момент. Quindi però vedremo adesso quando arriveranno al campo. Ну, когда приедут на базу, мы посмотрим. E poi vedremo da farsi. Как кто себя чувствует? Масима, скажите, пожалуйста, какой вообще урок был вынесен из первого матча в Мариборе, потому что он оказался, ну, прямо скажем, неудачным. И что вот нужно изменить в первую очередь, чтобы достичь того результата, который нужен? No, quella dell'andata ci fa capire che in Europa tutte le partite sono difficili, qualsiasi squadra è difficile. Первый матч с Марибором дает нам понять, что в европейских турнирах все матчи очень сложные. L'attenzione, la concentrazione, le motivazioni самоотдача, мотивация и концентрация должны быть максимально высоки, несмотря на то, что играешь ты с Марибором или с Ливерпулем. Perché il Maribor ha giocatori che ti possono mettere in difficoltà se non vai in campo sapendo questo.
Потому что также любой игрок Марибора может затруднить нас, если мы выходим на поле без каких-то составляющих, как концентрация, самоотдача. Добрый день, Андрей Горсков, Медиаметрикс. Максим, вопрос вам. Вы определились, кто заменит Кутепой, Джики в основном составе против Марибора? И вопрос Сердару. А кого он выделит из атакующей линии Марибора, опять же? In questo momento non ho ancora deciso. Нет, пока я еще не решил. Vedo l'allenamento di oggi, poi deciderò il da farsi. Я приму решение, судя по сегодняшней тренировке. В первом матче с Марибором я не принимал участия из-за повреждения, но помню, что в славянской команде был очень сильный нападающий с международным опытом. Он очень серьезно напрягал наших защитников в той встрече. Мне кажется, даже это был капитан команды. Думаю, и завтра он опять будет пытаться создавать нам серьезные сложности в оборонительных порядках. Но уверен, что наши тренеры на аналитическом разборе сегодня обратят максимум внимания на все сильные стороны Марибора, и мы будем к ним готовы. Для вас момент звучания гимна Лиги Чемпионов нечтом особенным? Знаете ли вы, может быть, слова? Может быть, подпеваете? Champions League ist immer was Besonderes für jeden Spieler. Конечно, это всегда особое чувство играть в матчах Лиги Чемпионов. И это особое чувство не только для нас, футболистов, но и особое чувство для наших болельщиков. Мы видели ту атмосферу, которая царила на матчах Лиги Чемпионов уже на открытии арены, на стадионе «Спартак». И несколько лет уже в «Спартак» не участвует в Лиге Чемпионов. И из-за этого ожидание было таким сильным, что оно выплеснулось в те эмоции, которые вы видели на трибунах и на поле. Мы всегда предвкушаем матчи в Лиге Чемпионов. Конечно, завтра надеюсь, что у нас будет очередной повод для празднований, для особого обмена эмоциями на поле и на трибунах. Для Марибора эта игра очень важна, так как она позволит занять третье место в группе. Что относительно баллов, какие прогнозы делаете вы для «Спартака»? Этот матч очень важен также для нас. Повторяю, это будет очень сложный матч. Poi il campo dirà chi ha giocato meglio, chi ha avuto più voglia di vincere. В итоге поле покажет, кто лучше играл, у кого было больше желания победить. Ma parole non si vince. Но на словах никогда не побеждает никто, нужны факты. E quindi c'è il testimone che è il campo da calcio. Поэтому поле покажет завтра. Максим, с точки зрения турнирной борьбы, какой результат был бы выгоден вам между Ливерпулем и Севильей именно в психологическом уровне? Я думаю, что результат самый важный будет победа Спартака. Я думаю, что самый главный результат будет победа Спартака. Quindi poi dopo il resto non conta. Остальное не в счет. Главный тренер сказал о том, что матчи с Ливерпулем и Марибором по эмоциям, по серьезности подготовки к ним не должны отличаться. Насколько сложно это сделать? Ты шпили на Champions League. Совсем не так сложно, как кажется, потому что, конечно, матчи Лиги Чемпионов – это нечто особенное, и мы работаем целый год для того, чтобы в итоге выступить в главном Еврокубке. И именно из-за этого мы понимаем, что в чемпионате нам нужно играть очень хорошо для того, чтобы занимать верхние места в турнирной таблице, чтобы и в следующем году вновь принимать участие в Лиге Чемпионов. Ведь Лига Чемпионов и матчи в ней – это особая награда для каждого футболиста. И мы очень радуемся той возможности, которая нам предоставляется, когда мы участвуем во встречах Лиги Чемпионов. И именно из-за этого у нас нет нехватки концентрации или желания, выступая в матчах чемпионата России, потому что мы понимаем, ради чего мы играем в том числе. И мы играем ради того, чтобы вновь играть в Лиге Чемпионов. Здравствуйте, Мария Осипова, телеканал «Звезда». Наверное, не самый умный вопрос, но вот Массимо все время с иголочки выглядит на всех матчах. А есть ли у Массимо счастливый пиджак? Может быть, он завтра его наденет? Нет, это официальный костюм «Спартака», поэтому никаких любимых пиджаков у меня нет. По сути, даже этот пиджак не мой. Телеканал «Звезда», я думал, вы будете про военную одежду спрашивать. Вот про оборону, да, это как раз телеканал «Звезда». Вот, да, телеканал Министерства обороны, соответственно, завтра будет акцент сделан на оборону или на атаку все-таки? Да, это военный вопрос. Конто sulla squadra. Нет, я рассчитываю на всю команду. Si gioca in 11. Si attacca in 11 e si difende in 11. Атакуют 11 человек и обороняется 11 человек. Нет никакой разницы. Мастер, вы сегодня пришли с Сердаром, у него контракт заканчивается летом. Сейчас вроде как идут переговоры. Вы бы хотели, чтобы он остался в будущем в вашей команде? Вам нужен? Спасибо. Да.
questa è una cosa che stiamo parlando da tanto tempo, però. Да, эту тему мы уже обсуждаем немалое количество времени. Я дал распоряжение руководству, чтобы они продолжали общаться с этим игроком, потому что он важен для нашей команды. И я рад, что он играет в нашей команде, в Спартаке. Nonostante sia ancora in bilico così, si sta dimostrando un professionista serio. Он продолжает доказывать, что он настоящий профессионал. Facendo fino in fondo il suo dovere. Делая, выполняя свой долг до конца. До свидания. До свидания.